Минувшим летом в рамках программы по благоустройству внутридворовых территорий во дворе дома номер 116 по улице Лобачевского появилась вот такая вот замечательная спортивная площадка. На ней установлены современные тренажеры, и дети могут заниматься совершенно бесплатно, когда захотят в любое время. И для того, чтобы им было комфортно и безопасно заниматься, площадку покрыли рекартаном. Но буквально через 2 месяца он куда-то исчез. Как сообщили местные жители, эта площадка была установлена в сентябре, и за такой короткий срок покрытие, которое должно служить не один год, развалилось. В некоторых местах появились огромные проплешины, рекартан скрошился до бетонного основания. А накануне съемки, то есть в минувшую пятницу, на площадке появились несколько рабочих и лопатами счистили покрытие, однако следы присутствия цветной резиновой крошки видны вокруг спортивной площадки и сейчас. Поэтому возникает несколько вопросов. Почему покрытие оказалось таким некачественным и кто будет его восстанавливать? Давала ли подрядная организация гарантии заменить рекартан, если он развалится, не прослужив и 2 месяца? И что это за чудо-организация, которая так некачественно выполнила работы и сколько она за это получила? А между тем, эта площадка уже успела стать популярной у ребят с ближайших дворов. Я прихожу на эту площадку очень часто с друзьями. Здесь мы занимаемся, качаемся, всякие трюки делаем. Мне эта площадка очень нравится. Здесь все есть, что Артем, что я мечтал. И хотелось бы, чтобы эта площадка была более безопаснее, а то здесь все покрытие снято. Коленки можно уже поранить. Потому что были такие случаи. Надеюсь, все будет нормально с этой площадкой.